сказали, что еще маленький приз, буквально симпатичный такой, нужно разыграть. Он совсем небольшой, но это будет приятный подарок. Есть ли на площади те люди, которые обладают какими-то талантами? И нужно продолжить будет фразу на сцене «Ради Гатчины я готов на...» И дальше показать что-то. Может быть, спеть кусочек песни, может быть, сесть на шпагат, может быть, прочесть стихи, может быть, сделать сальто или еще что-нибудь. Если есть такие люди, махните рукой. Есть такие люди, которые готовы? Нам нужно несколько человек. Подходите, пожалуйста, сюда. Буквально, ну, хотя бы 3 человека или 4, ну, максимум 5. Ради Гатчины я готов на... Да, ставьте, проходите, пожалуйста. Сейчас мы узнаем о талантах. Могу я вас пригласить? Скажите, пожалуйста, что за талант у вас? Я могу делать рандап. Ого, рандап? Что-то как-то не встретили рандап. Не все знают, что это такое рандап. Скажи, пожалуйста, ты чем готова покорить гатчинцев? Танцем. Танцем? Угу. Если музыки не будет нормально, или вот такая вот пойдет, ты подо что танцуешь? Даже если попать будет, будешь танцевать? Думай. Подошел первый милый барышни. Давайте отойдем от женщины, которая будет покорять и показывать, что такое рандап. Ты не знаешь, что такое рандап? Я не знаю. Скажите, пожалуйста, вы профессионально этим занимаетесь? Это не профессиональный рандап. Эти гатчины. Вас зовут? Мария. Мария, вы говорите сейчас замечательную фразу, и вас поддержат все те, кто собрались здесь на празднике. Ради Гатчины я готова подарить всем рандат. И потом делайте рандат, хорошо? Смотрите в камеру. Где? Ради Гатчины я готова сделать рандат. Пойдемте. Танцевать будем? Скажите, тебя мама или папа сюда на сцену вытолкнули? Мама? Где она? Покажи пальцем. Вот там вот мама. Скажи, ты одна в семье? Нет, поэтому можно ребенка одного вытолкнуть, да, Настя? Если что, не переживай, я буду танцевать с тобой, хорошо? Ты готова? Что-нибудь есть, нет? Вот такая музыка поет. Погнали. Свой танец. Господи, это все воедино. Ты готова? Смотри в камеру. Ради Гатчины я готова. Загибаешь пальцы. Стойка, танец, колесо и все остальное. Хорошо? Ради Гатчины я готова. Стойка, колесо и танец. Погнали! Пробуй, пробуй. Oh.
пожалуйста, как ты летом отдохнула? Хорошо. Это видно, да. Браво. Дорогие друзья, мне очень сложно решить. Вы понимаете, что это творческий конкурс. И, конечно, сейчас, кто больше и дольше простоит на одной ноге, тот получит подарок. Согласны? Вместе с ведущим. Раз, два, три, начали. Да я пошутил, ладно, слушайте. Ой, я не знаю, что делать, вот честно, вот я растерялся. Сказала, можно ногу опустить. Скажи, у тебя братик или сестренка? Старшая. Старшая. Обижает? Нет. Понял. Аплодисменты обладательницы рандата. Аплодисменты за танец. Аплодисменты за стойку и колесо и танец. Спасибо большое, мы с вами прощаемся. Это что, твои родственники, что ли, вообще? Угу. Ого. А аплодисменты за стойку. У тебя есть брат или сестра? У меня два брата и две сестры. Дорогие друзья, мы с этой девочкой... Как тебя зовут? Таня. Таня. Ты на одной ноге все стоишь, да? А, мы с Таней выходим сюда, у нее тяжелая ситуация. Таня, ты в какой школе учишься? Третья. Вы запомните лицо Тани. Как вы увидите ее на улице Гатчины, подойдите, обнимите и скажите: Таня, не расстраивайся, ты клевая. Покажите, пожалуйста, Тане вот так. Танюш, ну дикие люди почему-то хлопали вот этому созданию больше. Я тебя обнимаю. Беги. Скажи, пожалуйста, ты умеешь кататься на самокате? А на велосипеде? Да. На трехколесном? Ну он какой? Сколько там колес? Четыре. Ой, ты знаешь, теперь с этого дня у тебя жизнь меняется. Если старшая будет приставать, можешь вот так руку протянуть? Вот так сейчас протяни, как я. Руку. Сожми кулак. И скажи: это мое. Нет, так громче. Это мое с угрозой. Это мое. Вот так вот скажешь, потому что велосипед твой. Легко мне сегодня на сцене, но замечательный праздник. Вы посмотрите, сколько людей. Если вы знакомы друг с другом, повернитесь, улыбнитесь друг другу. Давайте крикнем: Гатчина, виват! Готовы? И Гатчина, виват! Ну а я представляю вам человека...